Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в сбытии поддельных денежных средств. Подозреваемый был задержан при попытке сбыта поддельных купюр в одном из офисов доставки в Новотушинском проезде. У злоумышленника изъято 3 конверта, в которых находилась 51 купюра достоинством 5000 рублей. Согласно проведенному исследованию, изъятые купюры по способу печати реквизитов и защитных элементов не соответствуют образцам аналогичной печатной продукции предприятий «Госзнак» и являются поддельными. По словам задержанного, в одном из мессенджеров он получил предложение о подработке. В приложении ему сообщали адрес, где необходимо забрать закладку с поддельными денежными средствами, после чего он упаковывал купюры в конверты и направлял их заказчикам курьерской доставкой. Для подтверждения своих действий мужчина направлял фотографию квитанции, а потом получал денежное вознаграждение. По предварительной информации, подозреваемый направил свыше 40 конвертов. Количество купюр в каждом заказе было разным. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемого избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.